Какие будут указания? Мы идем. Ждем ваших приказов. Мы уже в пути. Да? Лучники готовы. Мой лук к вашим услугам. Можете рассчитывать на нас. Куда пойдем? Мы уже идем. Всегда готовы. Выступаем. Я должен отбить свой замок. Мне нужна помощь. Заткнись. Я пошлю отряд к вашему замку. Примите командование, и мои люди помогут вам. Нужно дерево. Работа стоит, мой лорд. Идем ваших приказов. Милорд? Уже идти. Нас атакуют войска кабана! Какие будут указания? Мы идем. Ждем ваших приказов. Ждем ваших приказов. Мы уже в пути. Нет свободных людей для этой работы. Противник, уже во рву!
Лучники готовы. Не вижу цели, сэр. Послание от крысы. Не надо паниковать, крысик. Успокойся, успокойся. Нужно дерево. Нужен камень. Нужно больше камня. Лонгарма. Мне удалось отбить графство, захваченное змеей. Ждем ваших приказов. Работа стоит. Мой лук к вашим услугам. Милорд, уже идем. Ждем ваших приказов. Какие будут указания? Мы идем. Ждем ваших приказов. Нужно больше дерева. Нужно дерево. Не хватает оружия, сэр. Да? Мы уже в пути. Нужно дерево.
Ждем ваших приказов. Не хватает оружия, сэр. Лучники готовы. Мой лук к вашим услугам, милорд. Какие будут указания? Уже идем. Запасы дерева слишком малы, сэр. Это нельзя здесь разместить, милорд. Это нельзя здесь разместить, милорд. Нужно дерево. Ждем ваших приказов. Ждем ваших приказов. Мы идем. Мы уже в пути. Мы в опасности, милорд. К нам движется огромная армия крысы. Это нельзя здесь разместить, милорд. Ждем ваших приказов. Да? Уже идем. Казна пустеет, ваша светлость. Люди восхищаются вами, сэр. Запасы провизии пополняются, сэр. Послание от крысы. Страшная звездочка, я сам с тобой разберусь. Вот это будет развлечение. Ждем ваших приказов. Работа станет много. Лучники готовы. Мы идем. Мой лук к вашим услугам.
Идем. Какие будут указания? Ждем ваших приказов. Враги не выдержали нашего натиска. Мы идем. Лучники готовы. Победа! Когда в битве с вашими людьми погибает крыса, раздаются крики ликования. Возможно, для нашей страны еще не все потеряно. Итак, вы покончили с одним из этих гнусных предателей. Но радоваться рано, ибо не все они настолько бездарны. Нас ждут новые испытания. Именно змея заманил в смертельную ловушку вашего отца. Настало время отомстить. Примите командование над моими войсками и выследите негодяя. Лорд Вулсок тем временем откроет второй фронт. Люди змеи возводят замок в соседнем графстве. Уничтожьте охрану и закончите постройку сами. Наверняка змея попытается отбить замок, так что обеспечьте оборону. Ваши указания? Волки нападают, милорд! Проще, нет! Милорд? Мы уже в пути! Что нам делать? Есть ваша светлость! Какие будут указания? Уже идем! Готовься! Мы идем! Мы уже в пути.
И готовить стрелы. А? Эх, далеко идти. Идем, ваш приказ. Уже идем. Лучники готовы. Мы уже в пути. Готовься. Не вижу цели, сэр. Волки нападают, лорд. К вашим услугам. Приготовить стрелы. Милорд, уже идем. Это строение нужно разместить рядом со складом. В округе развелось слишком много кроликов. Они угрожают посевам, сэр. Какие будут указания? Целься! Целься точнее! Нужно больше камня. Волки нападают, милорд! Провизии осталось мало, повелитель. Нужен камень.
Ждем ваших приказов. Готовься! Приготовить стрелы! Мы идем! Мы уже в пути! Уже идем! Да? Лучники готовы! Целься! Первый раз вижу столько кроликов. Волки нападают, милорд! Народ весьма почитает вас, милорд. Наш золотой запас стабилен. Запасы провизии убывают, мой лорд. Послание от вашего писаря. Сэр Лонгарн отправился на корабли вести переговоры с варварами, захватившими короля. Нет свободных людей для этой работы. Мой лук к вашим услугам. Можете рассчитывать на нас. Мы уже идем. Провизии осталось мало, повелитель. Нет свободных людей для этой работы. Нет свободных людей для этой работы. Нет свободных людей для этой работы. Запасы золота неуклонно растут, сэр. Люди доверяют вам, ваша светлость. Первый раз вижу столько кроликов. Ha ha ha!